если что понадобится... В стену постучать. Ответил. Американского народа. Кто делает все, чтобы Америка... Таким образом, республиканцы буквально всадили пулю в голову экономики США. Отказываясь идти... Но кто, если не демократы, дал бесплатную медицину всему миру? Только одни потери. Они снизили уровень экономического... Мы все помним тот момент. Либералы ненавидят... Больше волнует запрет на газировку. Падение на игровой площадке... Вы можете сделать потише? Плевать на... Феминистка Барак Обама! Он их любимец, несмотря ни на что! Почему народ? Да... Стоит ли вообще об этом спрашивать? Нам дозвонилась Люси.